Во время летних каникул случаи детского дорожно-транспортного травматизма участились. Маленькие участники движения на дорогах попадают в ДТП и как водители, и как пешеходы, но особенно часто как пассажиры. Сегодня мы проводим рейд по массовой проверке водителей на предмет перевозки детей вне детских удерживающих устройств, потому что, согласно нашей статистике, дети страдают ДТП именно по вине родителей, будучи в основном пассажирами. Чтобы обезопасить своих чад во время движения, необходимо использовать удерживающие устройства – кресло или специальный адаптер для ремней безопасности. Этот автомобиль может считаться эталоном. Ребенок пристегнут, родители спокойны. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Вот, например, водитель этой «Газели» безопасностью своей 7-летней дочери пренебрег. Не влезет она, и места в машине не хватает, чтобы кресло поставить. Было бы. Больше места поставил бы. Возможно, штраф заставит автовладельца найти место для удерживающего кресла. Ну или хотя бы для устройства ФЭСТ. Много места оно не занимает, но в случае аварии может уберечь малышку от травм. Или даже спасти ей жизнь. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.